Так, добрый день, друзья. Сейчас мы с вами сделаем обзорчик лайнера Opera. Вот так вот он выглядит. А мы, вот как я вам и обещал, зашли на круизный лайнер. Здесь получается ночь. Вот на таком лайнере стоит $120 за двоих. Или получается $60 за одного. Лайнер. Бар. Так, сейчас вот мы пройдемся с вами по лайнеру. И я вам покажу, как здесь все устроено, как все это выглядит. Так. Это вот первая палуба. Здесь вот такой бар замечательный, с классными креслами для релакса. И можно вот на таких креслах отдыхать и наслаждаться видами за бортом Нива. На баре напитки. Так, напитки тоже, вот вы видите, это все в дирхамах получается. Так, бир, пиво, раз, два, три, четыре, пять, $6. Так, виски, а, ну это бутылка. Так, виски, бутылка, получается $30. Ну, вот такие примерно цены. Так, что там, водка нашей нету. А алкогольный коктейль получается $10, алкогольный коктейль. Так, вот с этой стороны. Вот тоже. Шикарно, конечно, бар. Здорово отдыхать и релаксировать на фоне Нива. Так, ну, а мы двигаемся дальше. Ресторан. Ресторан. Ресторан внизу, да? Так, это вот хозяин лайнера. Это, кстати, мане Владимир. Хельми. Хельми. Yes. Хельми. Это вот хозяин лайнера. Он любезно нам предложил прогулку по лайнеру и показать вам обзорчик самого лайнера. Мы спускаемся на нижнюю палубу, где находится ресторан. Так. Справа вот туалеты, туалетная комната, можно я тоже покажу. Так вот, туалетная комната вот выглядит, видите вы, все чистенько, аккуратно. Здорово. Умывальнички такие современные. Так, а с правой стороны, вернее прямо, мы получается попадаем в ресторан. И смотрите, какие здесь, прямо здесь готовится изысканное блюдо. Получается, это все входит в стоимость. Это полный пансион. Это суп. И сюрприз. Биф. Биф. Мясо. Скаламари. Кальмары. Скаламари. Паста. Паста. Да. Из Ориента. Египетское национальное блюдо. Картофель. Да, и это спаржевая паста. Вот такими изысканными блюдами кормят. Так, вот это получается апельсины, ананасы. Так, что тут еще? Папайя, помидоры, арбузы, гранат, финики. Очень, фруктов полно. Фруктов полно, thank you.
Thank you. Да. Да, водичка тоже бесплатно, напитки, это все бесплатно. Ну, как бесплатно, это все входит. Такие вот прекрасные столики. И мы находимся, посмотрите, обед, завтрак, ужин у вас будет проходить на фоне Нила. Здорово, очень-очень красиво. Так, а мы с вами двигаемся дальше. Так, получается, есть комнаты специально для курения, предусмотрены комнаты для курящих. Вот вы видите, стоит пепельница, стоит телевизор, можно спокойно покурить, отдохнуть. Да, вот комнаты тоже, ой, не комнаты, диванчики стоят для релакса, можно спокойно полежать, насладиться прекрасными видами. Также стоит бильярд, как понимаю, это американка. Все в зеркалах, классно смотрится. И получается, и в стороны уходят каюты. Налево, вправо уходят каюты. Массаж, я буду массаж. А это название выбирали? Это тоже вот комнатка. Порелаксировать, почитать. Можно журнальчики почитать. Ну да, типа библиотеки. Получается, это вот уже мы находимся на третьей палубе. Так, сейчас мы проходим дальше, сейчас посмотрим каюты. Так вот, 309 каюта мы проходим, и вот как видите, вообще прекрасно. Работает кондиционер, здесь комфортно, кровать превосходная, есть кресло, столик даже можно поработать, тумбочка с каждой стороны, телевизор, кровать очень большая, шикарная, зеркало, стол, софа, и получается у нас вот вид на Нил. Если мы откроем окно, то посмотрите, какой прекрасный вид. И вот так вот это все выглядит с 309 каюты. Можно, представляете, как утром будет прекрасно проснуться, попить кофеек на фоне вот такого прекрасного вида. Стекла немного затемненные, чтобы прямой неяркого света не было. Но прекрасно оно, прекрасно. Вид вот на фоне города мертвых, кстати, в котором мы и проживаем. И так еще такое. Угу. Вот и зайди в туалет. Чтобы можно было Так, вот ванная комната и туалет. Так, посмотрите. Маленькая, компактная, но удобная. Зеркальце, унитаз. Хорошая сантехника. Фен есть, бумага есть. Даже, как обычный телефон в туалете стоит на случай пожарных. Ну, а что больше надо? Вот такая вот каюта. Стоит 120 долларов на двоих. Да, и картина, смотрите, как классно гармонирует картина с подсветками, очень чудесно выглядит. Получается
сама верхняя палуба. Опять там уже хозяйственные какие-то комнаты. Здесь тоже можно прекрасно посидеть, отдохнуть. Даже что-то типа вроде как казино, можно даже в картишки перекинуться. Так, вот вы видите, даже вещи. А, это продается вот этот магазинчик. Даже имеются такие вот товары, продают прямо на этом лайнере. Тоже опять же туалетные комнаты. Слева и справа получается каюты. Магазинчик с сувенирными товарами. Сундук. Так, и получается поднимаемся на открытую верхнюю палубу. И что мы наблюдаем здесь? Посмотрите, шикарнейший бассейн. Реально шикарнейший бассейн. Есть джакузи. Бассейн получается можно для маленьких детей. Здесь глубина не очень большая. И постепенно он переходит. Здесь уже можно для взрослых. Здесь типа барные сидушки, как бы стоечки. Что-то типа бара, но он, наверное, я так думаю, не функционирует. Так, покажу, какой вид. Так, вот так вот вид с лайнера. И так вот на фоне Нила можно вот так вот попить кофе и позавтракать. Так, идем дальше. Так, и вот, ребята, мы находимся на лайнере на верхней открытой палубе. Хай. Здесь вот тоже работает бар. Чай, кофе, бир, пиво, виски. Да, сейчас примерно посмотрю цену. Так, ну вот, кола, допустим, стоит $2. Так, кофе тоже $2. Так, чай, ну, чуть меньше $2. Ну, примерно вот такие цены. Так, и здесь можно вот так под открытыми навесами от прямых солнечных лучей спрятаться, посидеть, попить чайку, кофейку. Или на таких вот диванчиках за столиком. На восточный манер тоже классно отдохнуть. Так, и в носовой части и в хвосте здесь выходы есть на палубы. И посмотрите, какой прекрасный вид. Реально прекрасный. Это прекраснейший вид. Просто у меня нет слов. Классно. Конечно, мы немножко не запланировали, не входило у нас в планы путешествия. Нам как бы, блин, и предложили. Но одним словом, в следующий раз обязательно сделаем такой вот классный круиз. Ну что, не поплывем?
Артема. Вам сняли обзор этого круизного лайнера. Здесь просто шикарно. Всем советуем, конечно, хоть раз в жизни, но посетить. И мы обязательно в свою очередь. Да, обязательно посетим. Мы сплаваем. Тут, в принципе, цена как бы доступна. $60 с человека. Если вдвоем вы путешествуете парой, то получается $120 полный пансион. На пятизвездочном, как говорится, ну, это по египетским меркам, пятизвездочном лайнере. Так что милости просим.